Здравствуйте! В эфире первый выпуск программы «Связист Информ» и я ее ведущая Светлана Тинькова. Сегодняшняя программа открывает цикл передач о компании «Связист», которая занимает лидирующую позицию на кстовском рынке телекоммуникационных услуг. Две 2012 год стал юбилейным для компании «Связист». 15 лет в отрасли связи. Это опыт, доверие абонентов, прочные партнерские отношения. Юбилей компании «Связист» – это череда приятных сюрпризов целый год. В период проведения осенней рекламной акции кстовчане имели возможность, подключив одну из услуг, принять участие в розыгрыше призов. В день города на бульваре собрались абоненты, которые подключили хотя бы одну услугу в период с 20 августа по 29 сентября. Замечательные призы нашли своих счастливых обладателей. Мы приступаем к розыгрышу главных призов. Разыгрываются два нетбука от компании «Связист». Тишкин! Есть Виктор Степанович! Проходите! Аплодисменты Виктору Степановичу! Поздравляем вас! Подключайте интернет, пользуйтесь! Нормально, как говорится. Доволен я, конечно, призом этим. Ну, вообще, по жизни вы везущий человек? Да не, как вам сказать... Не совсем. Ну, судя по сегодняшнему моменту, что... По сегодняшнему, да. Я еще фактически работаю, вообще-то, некогда заниматься, как говорится. Да и больно-то я в него вообще не вникал, надо сказать. Теперь придется, да. Но что-то внучки, как говорится, подскажут, как, что, чего пользоваться. Ну, у меня был компьютер там, но он сломался. Ну, надеяться не надеялся. Ну, так получилось. Дорогие друзья, розыгрыш призов – традиционное мероприятие для наших новых абонентов. Это благодарность нашим новым абонентам за то, что вы выбрали нашу компанию. Мы очень рады нашим новым абонентам. Мы с заботой относимся к нашим существующим абонентам. Приходите, подключайтесь. Компания «Связист» рада всем. Если вы не успели подключить интернет, домашний телефон или кабельное телевидение, не огорчайтесь. Осенняя акция продлена до 31 октября. Мы ждем вас в сервисных центрах. Услуги также можно подключить по телефону 7 77 11. Оценить качество трансляции высокой четкости в формате HD могли все желающие в день города. Сотрудники нашей компании рассказывали о преимуществах цифрового кабельного телевидения, демонстрировали возможности цифровых приставок и отвечали на вопросы горожан. Среди посетителей презентации было много желающих поменять аналоговое качество на цифровое, ведь цифровое кабельное телевидение от кстовской региональной компании «Связист» – это передовые технологии для повседневной жизни кстовчан. Мы работаем для вас! Компания «Связист» представляет. То, чего вы так давно ждали в своем городе. Телевидение 21 века. Современное качество в вашем доме. Цифровое кабельное телевидение. DVB-C. Индивидуальное подключение дополнительных пакетов цифрового кабельного телевидения. Потрясающее изображение телеканалов в высокой четкости. В свой юбилейный год компания «Связист» продолжает радовать своих абонентов. С 1 октября мы предлагаем вам новую линейку тарифных планов. Интернет до 50 мегабит в секунду от 300 рублей. Интернет плюс аналоговое кабельное телевидение от 485 рублей. Интернет плюс цифровое кабельное телевидение от 535 рублей. Качественные услуги связи – это залог успеха в бизнесе. И руководители предприятий нашего города это хорошо понимают. Нас объединяет любовь к родному городу и желание сделать жизнь в Кстово комфортной и радостной. В сентябре этого года абонентами компании «Связист» стали следующие организации. Верхняя Волга Электроналадка, Элитис, ЧИП, ИТ-бизнес, Центр развития малого и среднего бизнеса, юридическая компания «Правовой альянс», Террикон. Успешные предприятия выбирают лидеров. Компания «Связист» – лидер отрасли связи в Кстовском районе. Это все, что мы хотели рассказать в этом выпуске. С вами была Светлана Тинькова. Удачи вам и до новых встреч!